эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Я Алена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Почти на 30,5 миллионов долларов экспортировали сельхозпродукции из Башкортостана за рубеж с января по май включительно. По информации регионального Минсельхоза, с начала года республика нарастила агроэкспорт более чем в 3 раза. Половину суммы обеспечила продажа зерна, четверть – масла и жиры и около 15% сахар. Главные покупатели сегодня – Иран, Египет, Турция, Азербайджан и Латвия. Как отмечает ряд региональных экспертов, сейчас стоит задача максимальной ориентации аграриев Башкортостана на сбыт за границу, поиск новых товарных площадок и формирование больших партий зерна. По прогнозам, урожай 2018-го будет большим и необходимо избежать затоваривания, говорят аналитики. Соответственно, и нивелировать снижение цен. Часть урожая прошлого года фермеры республики реализовывали по значительно заниженным ценам, а порой и ниже себестоимости. Профсоюзные организации Башкортостана 12 июля планируют провести митинг против пенсионной реформы. Региональное правительство согласовало акцию у Дворца спорта, сообщает издание «Коммерсант Уфа». Заявка подавалась в Кабмин Федерации профсоюзов республики в прошлый понедельник. Это уже второй документ организации на проведение митинга. Первую заявку на 1 июля также на площади у Дворца спорта правительство согласовать отказалось, указав, что все специально отведенные для публичных мероприятий места в этот день заняты организаторами других событий. А площадь у Дворца спорта – ярмаркой. На акцию, которая будет проходить с 17:30 до 19 часов, планируют выйти 10 тысяч человек. Организаторы намерены убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный в парламент правительством России. На ремонт дороги Уфа-Шакша мэрия направит до 190 миллионов рублей. Аукцион по отбору подрядчика назначен на 23 июля. Начальная цена контракта – 197 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 3 миллиона оплатит городской бюджет, следует из сообщения на портале госзакупок. Работы на объекте должны завершиться до 30 сентября 2019 года. Подрядчик должен заменить 97 тысяч квадратных метров деформированного дорожного покрытия, барьерные ограждения и люки, а также отремонтировать путепровод Уфа-Шакша. На работу предполагается гарантия от полугода за разметку до 4 лет на верхний слой дорожного покрытия. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллары и евро синхронно просели. Курс доллара снизился на 53 копейки, 62 рубля 75 копеек. Евро в минусе на 9 копеек, 72,99. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке Юнистрим за 62 рубля 70 копеек. Продажа в банке Нева и Тимербанке за 62,94. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Тимербанке за 72 рубля 98 копеек. Продажа также в банке Нева за 73,29. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК Уфа. Смотрите наши выпуски в течение дня.